Привет! Вот топ 20 фактов о Палестине, но сначала подпишитесь на канал, это очень важно для нас, спасибо, приятного просмотра. 1. Палестина расположена на Ближнем Востоке и граничит с Израилем, Иорданией и Египтом. 2. Столицей Палестины является Восточный Иерусалим. 3. Палестинская территория подразделяется на две части, западный берег реки Иордан и сектор Газа. 4. Арабский язык является официальным языком Палестины. 5. Религиозные места, такие как храм гроба Господня, мечеть Аль-Акса и стена плача, находятся на территории Палестины. 6. Палестинцы исповедуют ислам, христианство и иудаизм. 7. Палестина имеет богатую историю, связанную с древними цивилизациями, включая финикийцев, римлян и арабов. 8. Культура Палестины включает в себя традиционные танцы, музыку, кухню и ремесла. 9. Ключевые продукты экспорта Палестины включают оливковое масло, фрукты и овощи. 10. Конфликт между Израилем и Палестиной является одним из самых долгих и сложных в мире. 11. В 2012 году ООН признала Палестину как наблюдателя, а не полноправного члена. 12. Разделение Палестины на Западный берег и Газу произошло после Израильской войны за независимость в 1948 году. 13. В Палестине находится самая низкая точка на Земле – Мертвое море. 14. Палестина имеет разнообразный ландшафт, включая пустыни, горы и побережье Средиземного моря. 15. Палестинская кухня известна своими блюдами, такими как хумус, фалафель и манакиш. 16. В Палестине существует несколько университетов и образовательных учреждений. 17. Палестина является членом Лиги арабских государств и Организации Объединенных Наций. 18. Палестина имеет богатое культурное наследие, включая традиционные народные песни и танцы. 19. Палестинский флаг состоит из трех горизонтальных полос – красной, белой и зеленой, с черной пятиконечной звездой в центре. 20. Палестина стремится к созданию независимого государства на основе пределов 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве своей столицы. На этом все. Если вам понравились эти факты, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересное. До скорой встречи!